И к другим темам. Сегодня трудно представить себе жизнь без голубого экрана. Если некоторые волгодонцы в силу разных причин без телевизора могут обходиться день, два и даже неделю, то люди этой профессии такого точно не допустят. Телевизионщики сегодня отмечают свой праздник. По такому поводу работники трех волгодонских телекомпаний собрались в зале заседаний городской мэрии. И вопреки привычному порядку, место для представителей СМИ сегодня отвели на самых почетных первых рядах. Благодарность за высокий профессионализм и добросовестную работу на благо города и в первую очередь его жители от администрации Думы Волгодонска получили 4 сотрудника телекомпании ВТВ. Это редактор информационных программ Анастасия Дубас, корреспондент новостей Виталий Никулин, а также два моих коллеги, которые обычно остаются за кадром – видеооператор Петр Авдеенко и монтажер Олег Михайличенко. Все они станут гостями программы «Добрый вечер» на ВТВ, которая выйдет в эфир уже завтра в 19:00. На полчаса телевизионщики оставят микрофоны и камеры в стороне, чтобы рассказать о сложностях и казусах своей работы. В общем, о телевидении по ту сторону экрана. Все самое интересное из жизни работников телевидения завтра в 19:00 на канале ВТВ «Волгодонск» в программе «Добрый вечер».